Пациентам ЦГБ вновь придется терпеть временные неудобства. В медучреждении снова сломался ангиограф, аппарат для проверки состояния сосудов. Сейчас он на ремонте. Пока пациентов, которым нужна диагностика или проведение операции, будут направлять в ближайшие кардиологические центры. Ангиограф начал работать в ноябрьской ЦГБ в 2016 году. Первый раз аппарат ломался в августе этого года.